очень мобильная. Мы чем выгодно отличаемся от больших кандидатов? Если им сложно запустить какой-то новый вид продукции, для нас это как бы просто. Мы можем приготовить, опробовать его на продажах и, соответственно, уже поставить на линию. Сейчас мы планируем развивать свою розничную торговлю, чтобы быть ближе к народу. Потому что наценка, я не могу в силу там, коммерческих условий называть наценку на федеральных сетях, но она очень большая. И чтобы продукция была более доступна. Поэтому как бы будем развивать свою.